Начнем мы с маленького бутерброса. Чай. Кошка или собака? Кошка. Собака. А любимое время года? Осень. Весна. Последняя прочитанная книга. Следующий вопрос. Отрасфакт. Один номер. Последний письмо. 51 по всем. Славные парни. Документальные фильмы «Пирамида Хилла». Смотрели ли вы фильм 51 по всем? Читал книгу. Я даже прочитал книгу, я вам скажу. Я даже попробовал. Я, честно говоря, не понял. Об этом можно долго говорить. У меня было очень много вопросов к автору. Там лучше показывать. Там, конечно, лучше показывать. Я не понял в конце действий главной героини. Когда она ушла? Когда она просила наказать ее пожестче, он ее наказал, а она ушла. Самым жестким образом, взяла обиделась, но как аналогично. Ой, все. С каким животным вы можете себя ассоциировать? Питон. Питон, хитрый. Но вы что, не видели, как я играю? Да, на самом деле, это тебе объясняет. Питон, что? Ну, питон, это в другом понимании. Просто выражение расхожее. Но в этом. А сова? Я просто люблю ночью все делать. Все, в этом числе творчество. Просто мне не получается ничего. На что бы вы потратили 10 миллионов долларов? Вложили бы в банки и заработали еще 100 миллионов. Вложился в какой-нибудь бизнес прямо? Сделал бы еще больше денег. Я бы стал Игоря партнером. Заработали 200. Заработали 200. Партнером это вообще интересно, наверное. Ваша лучшая черта каждый день. Помогает жизни. Лучшая черта. Просто мы просто упорство. Просто мы так иногда на репетиции шутим, как можно быть такими партнерами. На самом деле... Сможете вырезать потом? На самом деле, не слушать окружающих всякие ненужные советы, а делать то, что мы планируем. И идти до конца. А худшая черта, которая мешает жить? Доброта, доверчивость. Доверчивость. И еще вранье. Еще вранье. Опаздывание на репетиции тоже. Это считается что-то. Характеризуйте каждого друг друга тремя словами. На ваше усмотрение. Сородубцев Игорь Сергеевич. Это все сказано. Да, конечно, сказано. Витка Владимир. Кирюша. Кирилл Кириллович. Питонович. Я первый? Сразу. Ударник. Хорошо. Упорный. Упоротый. Упоротый. Басист. Не, по три слова каждому. Я сказал. Это где по одному? Захватит. А, по три слова каждому. Захватит. Ладно, давай, дай, мы с ним помогать сейчас. О, давай. А, так я хвалить никого не буду. Это надо хвалить. Как хвалить никого не буду? Да ну, блин, это честно. Говорим, что в голову встретим. Давай не я первый, я первый. Я уже сказал, ты уже второй. Ты уже второй. А что ты говорил? Что ты про меня сказал? Давай разберемся. Давай разберемся, пошли. А, басист, гитарист, вокалист, помощник. Мальчики, посерьезно, пожалуйста. Куда уже серьезно? Низкочастотный, ритмичный, звонкий. Я сегодня не сильно позвонил. А как вообще? Как-то по барабану, да? Не по барабану, они просто классные, как это меня не удивляет. Там, не такие классные, как ты. Не, ну, не, ну, какие, как ты. Не, можно я не буду? Ну, не для меня просто все, знаете, ну, бывает такое, мы проводим просто 24 часа в сутки. Игорь прав, мы ни с кем, наверное, столько не проводим каждое время, сколько друг с другом. С девушками не встречаемся. Очень часто мы с ней когда-то время. Да.
Хорошо, расскажите о том, как создавалась ваша группа. Это отец основатель. Короче, значит так. Был Игорь, был я. Потом, короче, был такой случай. Сначала мы репетировали, и в дверь нам кто-то постучал. Мы открыли дверь, никого не было, на полу стояла просто маленькая бутылешка с ребенком. Это оказался Клим. Мы его вырастили. Мы его вырастили, воспитали, научили играть на гитаре. Поэтому молоко. Потом мы заработали свои первые деньги с концерта, пошли в банк, и там, короче, такой случай произошел. Залетает чувак в маске и с басом, начинает играть снапом, говорит, всем остался на своих местах. Короче, так мы познакомились с Саней. И все. Нет, это правда, на самом деле. Это правда. Как вы можете назвать свою историю эту группу? Сумасшедшие деньги. Да, можно было бы сказать. Даже есть песня Мастыка, она вернее будет называться. Музыка уже есть. Самая лучшая песня. Самая лучшая песня всегда в будущем. Знаете, будет еще одна песня, она будет самая лучшая. Но все же группы кому-то посвящают. Мы тоже можем хотя бы одну песню посвятить себе. У вас в группе есть? А мы как бы мстители. Цепная реакция. Мне кажется, у нас супергерои, и поэтому у нас... Бэтмен, Робин Гуд. И Питон. Капитан Америка. И Найтмен. Кто Найтмен? Наташа. Кстати, у нас есть еще Наташа. Она нам летает на ночах. Как вы решаете разногласия? Бывают большим количеством ругательств. Лучше вам этого не знать. Вы видели мою спину в снег, да? Мы в последнее время придумали себе такую штуку. Мы играем во всякие игры, развивающие в том числе. Во время путешествий. Во время путешествий. И оказывается, это приносит определенные плоды на некоторое время. Например, весь путь без ругательств, без сквернословия. Первое время было очень сложно после репетиции и разногласий. Не подумайте, мы не так сильно употребляем. Некоторые из нас этим. Хорошо. Где-то 80% речи. Ну, это в тоже самом процессе. Например, в реальной если жизни если хочется другие... помолчать, мы тоже играем в некоторые. Кто проиграл, тот и... Ну, покупай чай. На базу. Ну, ты сегодня уже проиграл. Приятно распределять. У нас уже сегодня есть два победителя. А сейчас пока еще на заднее еще два будет. Ваша музыка? Какая она? Наша. Она о том, что близко не было. Прежде всего. То есть это эмоции, которые прежде. Ну, так как бы обобщенный вопрос. Эмоции, любовь, чувства, какие-то реальные жизненные проблемы, с которыми сталкивается человек. Ничего пластмассового. Никаких космических кораблей из Китая не знаю. Нужно писать музыку таким образом, чтобы это было понятно, куда попали на люди, чтобы они воспринимали, чтобы это им было близко по духу. Главное сам прочувствовать песню, ну, прочувствовать то, что ты написал, перенести это через себя эмоционально. Тогда люди понимают, что чувствуют. Как я сказал, люди очень чувствуют фальш. Фальш. Люди очень чувствительны к фальше. Даже... Фальш не в смысле плохо петь. Ну это тоже на самом деле, когда по ушам режет. Вот, когда человек чувствует, что это неискренне, что это неестественно, что это наигранно, неважно, разбирается в музыке, нет, есть образование или нет человека. Люди обычно рассуждают таким образом. Мне это либо нравится, либо мне это не нравится. Все очень просто. Надо подумать. Это жизнь, это эмоция, да? Помимо того, что вы играете как, сколько у вас уже есть своих песен? У нас вообще готовится альбом в скором времени. Мы еще думаем название на самом деле. Есть много рабочих названий, но пока не знаем. Но когда мы не готовы, возможно, мы уже увидим. Готовы композиции 8. Четкая обложка. Да. Будет... Единственное, что мы можем сказать, она будет очень скандальная. Провокационная. В хорошем смысле. Ну, поддержите. Как происходит процесс написания текста, музыки? Это все я. Настучал в рабочий барабан. Сейчас раз настал, понятно. Я барабан на гамму уже разложил просто. Ну, это специфический юмор. На самом деле кто-то принес идею, будь то риф, будь то набор аккордов или какая-то мелодия, и вместе развиваем. Дальше. В основном, ну, иногда и не.
свобода действий, на самом деле. В какой момент в вашей жизни вы поняли, что музыка – это то, чем вы занимаетесь? На самом деле, наверное, каждый к этому шел долго, но лично для меня это был переломный момент. В курсе на третьем я учился. И я понял, что я не хочу работать ни по специальности, ни как по-другому, я вот музыка и все. Я тоже в это время играл чуть-чуть, вот, и понимал, что сцена, музыка, вот, это то, это мое. Я музыкой занимаюсь 14 лет, лично, то же самое. То есть это все с детства? Да, с детства, от творчества, да. Если бы Россия жевали, что бы вы рисовали? Феррари или Ламборгини? Нет, я почему все зайчика рисую. Стратокастер 53-го года. Я просто люблю зайца, я просто зайца постоянно. Зайчик нарисовал свою мечту какую-нибудь. Телекастер 51-го года. Не просто много. Не, просто барабаны, которые рисовали. Машинка. А если честно, наверное, мир без боли страна. Это на самом деле очень такой неосязаемый термин. Счастье, оно идет изнутри, его нельзя получить снаружи. Человек либо счастлив, либо нет. Я просто, в принципе, рисую сейчас. И каждый день занимаюсь своим любимым делом. Получаю кайф. Но кроме этого, никакой внешний атрибут на самом деле не принесет счастья. Разве что какую-нибудь ежесекундную радость. Ну, это я о всяких материальных ценностях. Вот это так счастье. И во многом помогает любимый дело. Ну, потом. Опишите ваши идеалы. Да у нас каждый день идеальный день. Репетиция, либо концерт, либо запись на студии. Знаете, есть такая поговорка, каждый день должен быть лучше, чем предыдущий. Что бы вы делали, если бы через месяц наступили? То же, что и сейчас. Если не в этой сфере. Такой страшный вопрос. Продолжайте. На самом деле каждый тут много что пережил, я думаю, и тяжкие. Ну, на самом деле, что подразумевается под всеми тяжкими? Наркотики, там, какая-нибудь распутная жизнь. Мы уже давно это прошли. На самом деле, да, тут каждый много пережил, оно шутки, не шутки. Если вы видите, мы сейчас в трезвом состоянии. И уже больше года. Так, да. Нас это не интересует, мы отказались от этого просто. Не, оно смех смехом, оно очень мешает делу, и как бы мозги не в том направлении. Мы вообще об этом не думали. Ну, нет, все тяжкие я думал, да, конечно. Будем надеяться, что через месяц не будет конца света. Черти, они ж не древние, там они постоянно сидят. Демоны внутри нас, да, и как бы ждут. Надо сопротивляться. Хорошо, как вы можете написать настоящие вещи? Вопрос джачи. Мужик в пиджаке. Можно мы настоящую женщину включить? Не торопитесь. Ну я тогда отвечу. Не, ну это вообще на самом деле это поздний вопрос. Чего? Потому что когда девушка посмотрит, она говорит, ты же говорил, я считаю, настоящий мужчина Олег Ляшков. Да. Особенно в интервью 94-го года. 93-го. От Боря и он, вот реально настоящий мужчина. Ладно, а кроме шуток, это, наверное, человек слова и человек действия. Человек дела, прежде всего. Потому что между словом и делом ничего. Человек, который держит большая свое слово и это все подкрепляет дело. Хорошо. Теперь настоящая женщина какая? А у нас клип, кстати, вы видите. Да, кстати, там будет самое настоящее. Настоящее, натуральное нет. Да. Ну просто... В чем мать это? Ну, по качеству какая? Отличная. Судя по качеству. Судя по тому, что мы просто на зуб не пробовали. Ключевое слово. Что, да, вы не писали настоящую женщину? Мы пытались как-то уйти от этого вопроса, получится. Надо все? Прям вот какая голова, были такие, да? Не, скорее про внутреннее качество. Да ну, наверное, лучше... Качество это такое. Наверное, лучше мама, что еще? Там будешь сядь просто вот. Заботливая, бескорыстная. Заботливая, бескорыстная мама.
Что ты со мной писать? И та, которая не пилит. И со остальным характером. На самом деле, понимаешь. Да ну, я пытался это не говорить, я сейчас думаю, что рассказывать. Не, ну если по чесноку, так по чесноку. В общем, как наш менеджер. В общем, как наш менеджер. Это наша мать. Вторая. Что бы вы хотели сказать себе 12-летнему, если они не лажают? Я бы, наверное, туда еще начал заниматься музыкой. Если гитару в руке. Не, на самом деле сказал бы, нет, ну, тратить время, наверное, попросту. Не ходи в школу, занимайся музыкой. Нет, показывает практика, на самом деле, знания это очень хорошо, но те знания, которые даются сейчас, они абсолютно бесполезны, потому что сейчас уже узконаправленная специализация. Система давно не работает так, как она была запланирована в 20 веке. Поэтому, наверное, получать знания самостоятельно, те, которые более применимы в жизни и для себя самого, плюс же чувства. Каждый из вас. Ну, сегодня мы пытались избавиться от алкоголя, и у нас успешно получалось, а потом? Мы в свое время договорились и избавились от алкогольной привычки. На самом деле, это большой шаг. Искореняем все вредные вообще. Всевозможные вредные привычки. Всевозможные вредные привычки. Сквернословие, курение. То, чем славится нынешнее общество. Только здоровый образ жизни, спорт и любимое дело. И любимая женщина. Да, либо мужчина может. А как бы ты описал свою любимую женщину? Этот вопрос уже был, надо будет ответить. Ну, любимый мужчина. Хорошо, пардон. Давайте дальше. А чего вы мечтали в детстве? Я вообще хотел стать дизайнером. Заработать 100 миллионов долларов и жить до 100 лет. Нет, ну это само собой. Я хотел полететь в космос. Вперед. Серьезно. Так это ж... Я мечтал сделать добро на всей земле и счастье для всех людей. Просто космос — это такая штука необъятная. Я еще не летал. У нас интервью. Прямо в эфире показывают, зачем это. Так что, я научился играть с гитарой и стал профессионалом. Нет, ну если считаешь, что я в 14 лет был ребенком, то я бы сейчас осуществлялся. Что? Просто каждый из нас в определенное время поняли, что мысли материальны. Да. И чем больше ты себе это визуализируешь в голове и направляешь вот всю свою энергетику, энергию и так далее в другим объектом, все сходится, все сбывается, то, что ты о чем ты мечтаешь. Это абсолютно точно. Причем, ну, может быть, не сразу, но все происходит. Бывает, иногда даже ты о чем-то уже забываешь несколько лет. Но все равно происходит, потому что процесс уже был запущен, все равно. Поэтому мы уже у вас. Хотя мы об этом недавно подумали, решили приехать, все приехали. Сейчас подумали о том, что надо ехать домой, поэтому все сбудется. Я ответил. Да? Где вы черпаете вдохновение для написания вашей музыки? Ну, со мной сластятся все, это в основном пережитые какие-то эмоциональные потрясения. Позитивная, негативная энергия, все. Какой месседж заложен в вашем творчестве? Можно еще? Нет, вопрос, в принципе, понятен. Месседж в творчестве? Почему? Что вы хотите сказать? Что мы хотим донести людям? Наверное, нельзя сказать, что мы это делаем с какой-то целью, донести какую-то одну конкретную идею. Мы хотим подарить людям наши эмоции, наше творчество, нашу музыку. Чтобы счастливее. На самом деле... У людей была возможность чуть-чуть пережить то, что мы пережили. Подарить им какие-то новые эмоции, возможно, вспомнить какие-то старые. Прежде всего, быть честными по отношению к нам. Векер. Калифорния Джек. У нас просто такие неадекватные немножко, на первый взгляд, вот мысли, но фишка в том, что уже вот мы сейчас сидим с вами, мы уже послали в космос, вот все уже начали сбываться. Да, все сбудется. Если бы у вас сейчас было у каждого три желания,
Вот, вот, в принципе, ответил. Приумножаешь желание? Приумножать желание. Копил, блядь, лосу попал. Да. Как? Хорошо, по три песни из ваших плейлистов. Любимых наших каждых. Да. Мигрант Сон. Давайте, я пока думаю. У меня последний, наверное, Роберт Вера Козлова Ранетки. А песни какие? Ничего не оставалось. Я не помню. Не, ну, нужно называть. Я, наверное, Юс Стокгольм Синдром, Skillet Hero. И Skillet Tomato. Оксимирон последний альбом, кстати, очень понравился, на самом деле, пишу. Я просто такой сам увлекающийся, поэтому я сейчас, конечно, у меня сейчас просто плейлист идет, и он не заканчивается в голове. Ну, сегодня я, например, слушал с утра концерт 73-го года с Мигрелом, и мне это понравилось. Вот Зеппелин 73-го. Я даже добавлю, там любую песню можно сказать, она будет любима. Это такая музыка, которая... Рок-н-ролл и пластик. Последний вопрос. Последний вопрос. Пускай там все молчат. Не вырезайте это. Помимо того, что вы записываете альбом, и у вас будет еще планы записать альбом, потом написать еще один, кататься на нем, выступать. Весь мир объездили вообще. Мировое турне весной. Годовое мировое турне. Презентация, турне, да, и так далее. Съемка еще одного клипа тоже. Много. Просто на самом деле с виду так вот в счете. Достаточно серьезно. Да, спасибо. Спасибо. А кому мы давали интервью? Это вам лично, ваша коллекция была? Это было файна ТВ. Жорик снял файна ТВ. Студия. Все, Сопа. Ты что думали? Я не нужна, да? Молоко. А, да, уже начинаем? Это выбор без выбора называется. Да. Нельзя забыть. Закрытый вопрос. Есть вопрос. Это надо быстро отвечать. Там, чай или кофе? Чай. Чай. Ну, маршрутки плохо ходят с подворотом. Можно у вас спросить? Нам надо серьезно сейчас лицо писать? Что мы можем подстроиться как... Нет, я нужно, я вынужден сейчас себя вести. Мы все вместе. Мы все вместе. Я вообще что-то подозреваю, что это никто не будет вырезать. Хорошо. Питонович. Муж вот это. Можно перемотать? Давайте еще раз этот вопрос, потому что это, ну, мы сейчас не говорили такого же. Нет, просто вопрос про молоко был сложный. Я не знаю, почему я сказал молоко, я просто сказал. Я просто после этого вопроса очень сильно стыдно. Досить не буде так. Досить я б'ю.